Для исполнения короткой программы «Налет» приглашаются Таисия Сабинина и Илья Миронов. Без раскачки, но с раскаткой. Входим мы в парные соревнования. Московскую академию «Ангелы Плющенко» и группу Арины Ушаковой представляют Таисия Сабинина и Илья Миронов. Нельзя сказать, что блестящие эти спортсмены выступили на самарском льду, но и конкуренты у них были, ну уж очень серьезные. А баллы, кстати, в короткой получили неплохие. В очередной раз низкие поклоны и огромная благодарность пермской публике, которая очень тепло принимает любого из фигуристов, что выходит на лед Дворца спорта «Молот». Потому что поддержка сейчас Таисии Сабининой очень и очень нужна. И определенная доблесть требуется фигуристам, которые так здорово сбились, в общем-то, в самом начале программы, чтобы докатать эту постановку с той же энергетикой, которая заложена тренерской группой во главе с Ариной Ушаковой. Ну и сейчас даже ничего говорить не нужно, потому что все понятно и без слов. Хотя тренеры, конечно, лучше других знают своих учеников. Вроде бы поддержала, да, но в то же время указала Таисии Сабининой на то, что она не борется в такой ситуации. Но очень сильное падение получилось с этого выброса. Вот смотрите еще раз. После него так подняться-то непросто, а еще и продолжать программу. Все-таки спортсмены большие герои, в особенности, когда что-то идет не так. Руку можно взять. Правда, не спустя. Не, лучше. Только рот неплохой. Дорожка много. Справились, да, действительно, дорожка была, наверное, одним из самых ярких элементов. Здорово вложились в энергетическую составляющую
дорожки шагов Таисия Сабинина с Ильей Мироновым. И нисколько не сомневаюсь, понравились и запомнились публике. Ну а результат обязательно придет. Сегодня не получилось, но даже на этом старте впереди еще есть произвольная программа. Да и соревнований у этих спортсменов еще очень-очень много. Да, да, вот видите, есть повод передать привет своим знакомым и близким, но оценка. Завтра будет новый день и обязательно будут более высокие баллы. И на данный момент пара занимает второе место.